И снова для моих 6 подписчиков. Зелень поздняков. Не верьте, зелень. Что здесь нет зелени. Да, не верьте, что здесь. Это муравейник и... Человейник. Пчеловейник, да. Пчеловейник. Пчело-человейник. Да, есть такое мнение, что вот у нас есть улица, допустим, Олени Пчилки. И мнение заключается в том, что там люди живут как пчелы. От того-то улицу и назвали улицей Олени Пчилки. На самом деле Олена Пчилка — это выдающаяся женщина. Да, это выдающаяся женщина, а мы идем по не менее выдающейся улице, да. Точнее не улице, а название улицы — Борис Гмыря. Борис Гмыря основал, что он там основал? Гмыри. Борис Гмыря основал Гмыри. Я не коренной киевлянин. Ты что? Я не коренной киевлянин. Ну, надо изучать. Да, мы это, селюки. Приобщившиеся. Да, приобщившиеся. Ходим, топчем киевскую землю. Вытаптываем. Вытаптываем, да. Выпаривание. Да, пахнет, конечно. О, какая. Не знаю, что это. Это называют бузок, но это черемуха. Сирень. А, сирень. Черемуха. А как черемуха выглядит? Черемшина. Не, выглядит она как? Она белая. Белая? Вот это она? Черемуха? Это сирень белая. А это белая сирень, да? Как плохо быть мужиком, вообще ничего не смыслишь. Ты не бульданеш, не понимаешь, не... Не курващи. Ну, бульданеш, курващи и что там еще? И что там еще? У нас. Как же хорошо, вон люди возвращаются с дач. Может, я туда-то подальше. Угу. А где-то улочка, а вот здесь, да? Да-да-да. Не закончилось. Закинчилось. Вроде бы только пятница недавно оптимистично начиналась. А уже траурно. Закончилось. Не траурно, а точнее безнадежно заканчивается воскресенье. Вот-вот-вот последние часы. Да. Смотри, какие деревья сколько. Какие? Достаточно большие. Большие? Ну да. Это тополёк у нас. А это не тополёк. Это джунгли-мунгли. Зелёный коридор. Коридор. В коридоре где-то... Бузок. Бузок. Профиратор и мотолок. Куна-матата, да. И опять что-то на ум не приходят никакие анекдоты. Никакие. ЧТО. ЧТО. О, а тут вот растят гидропонику, там какие-то помидоры. Я не знаю, что там растят. Такое укромненькое местечко на поздничках.